Всем привет, друзья! С вами я, мистер Лист Про и Максим Про. Всем привет! У нас крашнулось опять Майнкрафт. У него все вещи пропали, как вы на его видите в видосе. А у меня скин пропал, представляете? Это полная жопа, я вам скажу. Я, вот я целый час. Когда мы узнали, мы целый час хотели просто бомбануть и. Это. Посмотри, у нас даже факелы здесь валяются. А в сундуках. Слава богу, все в сундуках осталось. А у меня. У меня пусто. У тебя пусто? Ага. Мне придется опять все делать, все выживать. Давай я тебе тогда. Сейчас давай сейчас поспим сначала, потом уже все остальное. Почему все остальное потом? Ладно. Иди сюда, я тебе дам камушек. На. Угу. Не давай, я сама буду уже. Топорно дать? Ну, хавчик, я тебе хавчик дал. У тебя оно должно было остаться. Ладно, возьми у меня там похлебки, потом положишь на место. Так, ну похлебку. Не, можешь еще взять. Нет, от меня достаточно. Так, подожди, а в печке... Блин! Он вышел из игры. Подождите, это вас займет пару секунд. Люди, привет. У него крашнулась камера, и у него не будет видоса на канале. Да. Не будет. Эх. Еще из-за этих видео, когда мама стебает. Из-за каких видосов, которые я снимаю? Не, из-за тех, которые из-за мамы снимаю. Ну снимай, ты чё? И чё? В Майнкрафте все снимают видосы. Подпишитесь на канал и поддержите нас лайкосиком. Поддержите нас лайкосиком. Это у нас удачный день, скажу. Ага. Иди сюда, тебе хавчик дам. Мне есть хавчик, это похлёбка. А стейк не хочешь? Стейки говяжьи. Они около дерева валяются. Ну, допустим, хавьядина. Где там мой верстачок? Так, добываем все. Ну, надеюсь, хотя бы в следующей серии нам повезет. Угу. Слушай, У меня случился крах, у меня это добавились все мои старые карты. Ну, это ничего страшного. Надо всего лишь ваш лайкосик, поддержите нас. Да. И ничего, надеюсь, у нас не крашнется. Наверное, это кто-то не поставил лайкосик, у нас все крашнулось. А интересно, это. Это кто? Я поставил лайк. А, я вижу. Нас смотрит один мальчишка и девочка. А ну быстро поставьте лайк. И подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик. Даже нажмите на него, чтобы знали, когда выходит новая серия. Так, а то у нас всегда крашится будет. Я нашел андезит. Андезит? Ну нам он ни к чему. Нам хотя бы сейчас железо и. Где там мусор? А в печке его интересно. Тихо. Что? Результат не. И его можно сделать вот это. Вот этот. Ну, что-то с ним можно сделать. Я нашел шахту. Да ладно. Иди сюда, быстрее. Быстрее. Иду. У меня лопата наготове. Я здесь закрою воду. Это... Меч готов? Меч готов. Там я вижу, тем более, паучка. Давай. Подожди, я нам здесь... Факелы у меня. Ага. И кирки. Так. Быстренько. Стой, паучка я замочу. А железо тоже мое. Нас убивают, помоги. Взял только железо мое, добыл и все. Эй! Что? Мне нужно железо, дал.
На. Поделим. Потому что у меня тоже крашнулось. Все мои вещи пропали. Да, у него все вещи пропали. Эй, я нашел их. У нас опять все начинается. Иди сюда! Я твой сандалет сломал. За то, что ты мне не дал добыть железо. А иди сюда, здесь есть полно его здесь. Чего? Ай! Ты что, упал? Да. Иди сюда, посмотри. Тихо. Ты еще нашел железо? Нет. Да не ломай, сделай нам лесенку. Вот. Мы, надеюсь, в этой серии попадем в ад. Ведро сделаем и попадем. Угу. Попадем. Железо где? Ну, железо по всей шахте ищи. Я говорю, у меня уже 14 его. У тебя кирка сломалась. Поздравляю, у меня их до хренища. Это вот уголь вообще он нужен. А кто же уголь подумал? Ну давай, добывай, я пошел исследовать. Ты чё, куда упал? Чувак, мне придется скинуться. Нет, не надо, я сейчас быстро. Где? Я тебя слоник вижу. Я сейчас прокопаюсь. Здорово. Я тебя спас. Спасибо. Я застрял в угле. Это нормально? И там у тебя дырка для дышания была. Угу. И потом на меня гравий упал. Ну, это когда я тебя освободил. Посмотри, здесь еще его выше. Наверное, мы будем богаты по углю. А интересно, когда мы в деревне найдем? Ну, думаю, в будущих сериях мы пойдем в путешествие. Стой, здесь гравий, не трогай его. Пошли туда, куда ты упал вниз. Угу. Я там... Что там? Я там ничего не вижу, что слово говорю. Так, бежишь. Ты лесенку сделал нам? Нет еще. Я сейчас пойду делать. Ну давай, иди из камня, сделай нам лесенку. Ай! Стой! Дай мне добыть. Дай мне одну у тебя добыть. Здесь вода забаговалась, ты это видел? Угу. Ее закрываю, а она... А его здесь до хренища. А ты говоришь, мало его. Напишите хэштег железо. Да. Мы еще и по железу будем богаты. Я думаю, мы сегодня сможем себе позволить. Стоп. Да, это факела мне тоже делают. 4 факела. А здесь дохренище входов и выходов. Угу. Да ладно, мы еще же... Нет, туда не надо, туда не надо. Мы лаву нашли. Прыгай. Я здесь золото нашел, и тебе... Так я тоже увидел его. Да, поделюсь, если там будет 2. А у меня нет железной кирки, идиот. Да ладно, мне придется тогда умирать. Зачем? А мне тогда придется ее добывать каменным. А здесь был всего один слиток. Серьезно? Да. Мы можем лопату железную взять, которая все равно золотую сломается. Я вот недавно, когда я играл в Секретном мире, я сделал там золотой топор, и он сломался. Но не зато быстро. Одно большое дерево. Зато он очень быстро рубит. Так, я тогда пошел это. Что? Переплавлять железка. Только в своей печке. Хорошо. А ты не укради. Жулик, да не воруй. Чё, Даша пересмотрелся? Ну, просто Платон. Если что, это брат его.
напишите. Ё-моё, сколько здесь залежи железа! Господи! Господи, ТП к тебе. ТП ко мне? Зачем? Ты же не видишь, сколько... может, здесь вообще один слиток? Слышь, я видел, там много. Откуда ты видел? А, ты типа подумал, что его много? Ну, хочешь, ТП хнись. Ну, да. Ну, ты сейчас быстро сюда будешь, я уже видел. Смотри, посмотри, твой телефон. Зачем ты палишь, что мы из телефона? Ну, это понятно, что мы из телефона, но... палить? Хе-хе-хе. Да чё вода не... Да, кстати, небольшой спойлер, который я понимаю, о нем не буду. Сегодня у нас выйдет еще одно видео. По Роблоксу? Да. Может быть. Я ведро скрафтил. Иди сюда, здесь... Короче, тащи сюда, мы сейчас... Я ТП к тебе. Я ТП к тебе. Чего? Что это было? Мар, что это было? Меня столкнули. А теперь искать надо вход. Сейчас я спаунпоинт поставлю. Где? Не надо! Я на кровать нажал. Дай мне ведро. По факелам иди. Ага. Вниз? Вниз? Да, по факелам вниз. Пукан потушил. Пукан? А у тебя доски есть? Доски? Да. Я их все под... Я их, по-моему, Пукан потушил. У меня камень есть. Там просто прыгай. Воду! Сделай нам железные кирки. Железно? Мне только на двух хватает, которые есть себе. У меня там есть это, короче, как там, железо. Ты куда его положишь? Ко мне в сундук. Ага, окей. Сейчас переплавлю и сделаю нам завязки. Теперь надо... ты можешь смело прыгать, я все огородил. Хорошо, но сейчас я беру, я добуду железо. ТП-хни? Сейчас. ТП-хни меня. Окей, сейчас ТП-хни. Я думаю, что сам такой хмель, ладно? ТП-хни. Куда ты меня ТП-хни? Я думал, ты далеко от дома. На, беги свой. Эй, где она? На, беги свой железо. Там делай свою кирку. Стоп. Все. Я уже сам себе сделаю кирку. Не делай. Я тогда готовлю ведро. О, сделай нам бесконечный источник воды. Бесконечный источник воды? Да. Ладно. Ну, это... Сейчас это выкупаю. Будем строить. Ага. Я рукой купаю. На папу бежал. Да. Валяется там в мусоре. Зачем мне скинул? Зачем они? Это ты мне скинул, когда паука убил. Я была должна быть паутина. Но опыт я забрал, Иду на водичка, я иду. Куда? Не в шахту. Там не пресная вода, там говно. Теперь не хватит на две кирки. Я кручу, я беру. Хоп. Еще надо.
Ну, там очень чистая вода, я тебе скажу. Ага, с песком такая вкусненькая. Она вкусненькая течет. И в ней будем купаться. Хорошо, ты хочешь, ты предлагаешь, что сделаем бассейн? Может быть. Но это будет слушать себе. Если хочешь, прям сейчас сделаю я. Я не хочу. Я должен нашел. Что можно сделать на сути? Который, если не поздно даю, будем делать, то мы будем ее покрасить как раз. А зачем нам кожаное, объясни? Чтобы потом ее покрасить. Будет прикольно смотреть. А мы кожаную зачем нам делать? Мы а будем... Вдруг снег пойдет, это вот как раз будет кожаная куртка. Ну зачем я каменные вещи наделал? Они говно теперь. Ничего. Ты сейчас кирочку сделаешь, что железную еще. Не знаю. Хочешь ко мне? Не, я воду. Несу по бёдам. Что тебе надо? Есть ведро воды. Поздравляю. Поздравляю, а его надо на лаву вылить. А зачем нам ведро воды, скажи? На лаву вылить, чтобы получить или камень, или ведро. Ой, какой ведро? Офигеть. Я по факелам иду. Иду, да и песенку пою. А чё, железо топлится? Я тебе его оставил, дурачина. Спасибо. Простофиля. Ещё плюс. Лучше себе забери. Оно мне нахуй не нужно. Да, представь маты. И... Бонзой! О, вода! Куда? Зачем она тут? А, я понял. Дай. Что? Вот. Это почти как можно еще раз получить обсидиан. Просто больше его воду. Я знаю. А зачем нам обсидиан, скажи, без алмазной кирки? Ты сейчас как ты думаешь, чем я сейчас Стоп. Занимаюсь? Марк, а? Я редстоун нашел. Да ладно! Тихо. Я тебя поздравляю, я его давно находил. Ну-ну-ну. А его идти с каменной киркой можно добыть? Стоп! Что такое? Дай мне лаву иди. А? Дай мне лаву иди. И где-то тут счет из воды брать. И нашел ручейка. Зачем? А затем, то, что я его потратила, меня затронули. И да, кстати, у нас это ручеёк не бесконечный. Надо идти только на озеро, потом, когда закончится вода, надо идти на озеро опять набирать. Да, у меня здесь водопад есть. У меня полно лавы, понимает? Раз, два, три, четыре, пять. Я слизь не нашел. Шесть. Где? В шахте нашей? Я его убил.
когда он был маленьким. Ладно, я не... Можно у тебя такое? Нет, учись бегать. Ладно. Ты дурак? Обсидиан! Источник обсидиана! Не надо! Не надо! Что не буду? Источник мой. Я пойду выкопаю. Иди выхапывай. Как раз дух рельсы сделаем. Пока. Посмотри. Булыжник там огородить наш портал. Ладно. Ты что, алмаз нашел? Нет. Железо? Нет. Копал. Ты напишите комментарии. Лава плюс вода. Ну да, и портал такой вышел. Ну куда? Хотя не, я не буду вставать, я не рисковый парень. А ты куда хочешь? Я обратно. Я подыхаю, я обратно иду. А может ты так попадешь со мной? Нет, я. В ад? Я не хочу. А чё такое, сыка? Нет. Я его сейчас пойду, огорожу и все. Огородишь чем? Ну, булыжником. Ты не знал, что гасты булыжник не могут разрушить? Так это даже лучше бы дрока. А, мне сейчас сломают быстрее. Что? Мне его потушили портал. Я сейчас сдохну. Тише, Гастик, тише. Иду я сейчас, иду к тебе на помощь. Иду к тебе на помощь. Сейчас. Ты иди пока на помощь. Пока придешь, сто лет придет. А я подъеду. Ты где? В аду? Ты в аду? Нет. Иду подвигать портал. Я внутри ада, я тебе говорю. Быстрей. Ну что, ты темное место нашел? А? Я темное место нашел. Поздравляю. Тушим, тушим. И поджигаем. Надеюсь, я к тебе вернусь. Ну, а здесь? Сейчас, подождите, у меня одни проблемы. Мы решили проблемки. Мы Гаста решили уничтожить. Угу. Да, надеюсь? Убей меня. Да. Нет, нет! Я сейчас твою кровать сломаю и поставлю в ад. Не надо! И она взорвется. Не надо! Так, короче, кирки мне камень там пригодятся, это не пригодится. Похлебка это не надо. А вот это не нужна. Кирки нужна, вот это нужно.
ведро нам не нужно. А блоки, блоки нам нужны. Что есть, то есть. Ой, я знаю, что сейчас себе сделаю, накопаю. Что ты себе нашел? Так, все. Ты булыга. Ты что это за булыга? Почему? Поздравляю. Я внизу. Стоп. Стоп. Что? Прыгай в ямку. Нет, не копай, не копай, не копай. А что? Уйди. Выйди, выйди из этой шахты. Ладно, я пошел. И выходи, знаешь куда? Куда? Ну, в этот. В эту дырку. В какую? В эту. В какую? В эту. В какую? Не, выйди из дома. Выйду. Мистер Лист Про. Выходи. Выходи, давай, 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 топай. Кто сказал, что я нуб? Кто сказал, что я нуб? Нет, пожалуйста. Честно? Пожалуйста, все, я не буду сидеть. А у тебя блоки есть? Застраивай дырку. Ай. Эй! Я тебя скину. Ну, Максим. Я тебя когда-нибудь отомщу. Скидываю, скидываю. Я тебя когда-нибудь отомщу. А где спасибо? Да пошел нахуй. А ты еще хочешь... Мама, да, отвечать. А? За такие... За свои слова отвечаю. Что ты хочешь? За свои слова надо отвечать. А, сейчас отвечу. О, не. Спасибо. Не надо. Встань на шерсть. Нет. Не, я не буду поджигать, честно. Это не из этого блока. А что мы не спали? Не знаю. Хорошо, что я не голодный. Все, я пошел в ад. А я не рисковый парень, я не буду. Так, быстренько. Нет. А что ты рисковый? Я могу скрафтить ножницы. Из двух железок. Поздравляю. Пока, Максимилиан. Ты чё? Бровь кусил уже скрафтил? Я пошёл в ад. Ладно. Ты со мной? У тебя хватит хотя бы на меч или на кирку? Мне на кирку хватит. Хватит только на кирку? Да. А у меня все потрачено. У меня только 7, это железо осталось. И у меня же... Сколько? 7. Стой, не бей меня, у меня броня свеженькая. Если она только... Она... Я хочу переплавить. Что ты делаешь? Я шире делаю наш проект. Ладно. Все, пошли в ад. Сейчас я потом приду, я тебя догоню.
Тогда я пошел без тебя оформить эфрейтик. Сейчас, подожди, подожди. Я сейчас леска себе скрафчу. Я хотя бы себе мечик скрафчу. Бонзай, водичка. Броня потратилась. Слава богу, нет. Еда у нас готова. Ну что, ставьте хэштег эфриты. Я пошел. Я уже попал. Уже полчаса снимала, была. Ну и чё, и чё? Ещё красивее было каждое. Да я думаю, а тебе? Так, ты где? Дебилой, ты где? Я Гасту говорю. Сука. Тише. А вот теперь ты меня потерял, надеюсь, да? Нет. Нет, это не ты, а вот этот Гаст. Ура, 7 леса. Мини-особняк еще мы сделаем. Меня сомневаюсь, что ты делаешь. Так, я мечик себе скрафчу. Нет, свинозомби я не буду убивать. Мне еще хватит на ботинки или на шлем. Крафт на что хочешь. Ну, я так потрачу на шлем. Чтоб не убивать овечек. Ножницы у меня будут. Так, теперь мы должны их искать. У меня железный меч, все, я пошел. Ну, давай. Бонзай! Так, я позавтракал, теперь побежали дальше. Ай. Ай. Блоки я взял для чего? Чтобы подниматься. Ну чё? Бонзай! На-на-на-на-на. Вот и попал. Ну чё? Ого, плющит, плющит, плющит. Я уже нашел. Я тебе ТП. Нет, не без ТП, а то зрители не будут ставить лайки под канал. Да ладно. Просто беги. Беги, Вася. Ладно, ТП, если мне все равно уже. Ай, меня. Давай быстрее, быстрее. Меня убивают. Все. Нет. Максим, зачем ты подпал под стрелу? Нет. Эфриты, эфриты. Ой, нет, нет, нет. Нет. Тише, Гаст, тише. Тише, Гаст, тише. А зачем ты поспишь? А чё ты завис? Эй, эй. Эй, он, короче, завис. Типа, вылетел. Это... Я не знаю, что с ним. Но он вышел, как бы, но и завис. Фу. Теперь мне одним надо выживать. Давайте свои стержни. Потому что проходить Майнкрафта надо. Ну, давайте на этом будем заканчивать. Всем спасибо. И подписывайтесь на наши каналы. С вами я был мистер Лист Про. И мистер, ну, наш Макс Про. Всем удачи и всем пока.